Весеннее преображение Десногорска – это задача далеко не одного дня. От каждого жителя в этом деле зависит очень многое. Помимо личного участия, можно также сагитировать своих близких и друзей. Чистый город – задача коллективная. 26 апреля дух субботника был буквально в каждой части города. Ранним утром, разобрав рабочий инвентарь, десногорцы дружно взялись за работу. Давайте любить свой город. Он у нас очень красивый. Облагораживать. Представители старшего поколения трудились на участке у нейтрино. В это время у городского пляжа также кипела работа. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Конечно, я призываю всех жителей нашего города бережно относиться к тому подарку, к той красоте, которая нас окружает. Конечно, поменьше мусорить и почаще убирать. Волонтерское движение приводило в порядок участок у парка Десногорский. В отряде было 60 школьников. Здесь будет будущий атомпарк. Мы хотим навести здесь порядок, чтобы, в общем, началось побыстрее строительство. Нынешний субботник объединил более 500 работников Смоленской атомной электростанции, трудовые коллективы предприятий, общественные организации, коммунальные службы. Итоги проведенного мероприятия были признаны успешными, а Десногорск теперь в полной мере готов встречать предстоящие майские праздники. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.